Привет, девчонки и мальчишки. Да, у меня заработала камера фронтальная. Мне повезло. Сегодня будет короткий ролик. Да, видите, я то на 3,5 часа, то вообще не выхожу. И это даже не столько бы ролик, сколько приглашение, если вам интересно, посмотреть на моем другом канале. Это по большей части к девочкам, потому что я начала вчера слушать курс. Одна моя хорошая подружка по Ютубу мне порекомендовала. И так совпало, что мне очень хорошо это зашло. И ты знаешь, мои последние мытарства по жизни. Вот. И короче, мне очень понравилось, и я начала работать над собой. Ну, это, конечно, сказано громко, работать. Ну, короче, я начала заниматься по этому курсу, и там надо было выполнять задания. И вот эти задания я стала выполнять не на бумаге, не где-то там в телефоне, а я стала записывать аудио на диктофон. Вот это аудио я выложила на свой канал Лена АСМР. Ну, я, наверное, или в комментариях прикреплю. Вообще, он у меня в моих каналах есть. Каналы. Заходишь в канал, и там вот интересные каналы. Есть мой канал Лена АСМР. Короче, это не для набора времени. Это то, что мне очень понравилось. Мне уже очень помогает, уже второй день. И если тебе интересно, я тебя приглашаю. Может быть, в твоей жизни тоже что-то такое, что тебе хотелось бы улучшить, изменить. Вот, ну, послушай, а вдруг тебе тоже это зайдет. Вот, ну все, на этом я прощаюсь. Была рада видеться. Ну, как ты понимаешь, я не буду, наверное, сегодня записывать видосики, потому что я очень много на том канале чего назаписывала. Вчера аж 2 болталки выложила. Ну, вот одна, которую я тебе рекомендую посмотреть, называется «Какая я жена», ну и так далее там. Посмотришь. Все, на этом прощаюсь. Желаю хорошего дня, прекрасного настроения, всего тебе самого-самого прекрасного, самого лучшего. Вот, ну и я пошла делать свои домашние дела. С радостью, с улыбкой, с любовью. Пока-пока. Целую, обнимаю.